Привет, ребятки, и в этом видео я вам расскажу, что такое стиль, style атрибут. Вот как видите, у нас ширина и высота здесь вот указаны, видите? Мы сейчас их ее уберем, вот эту ширину и высоту. Атрибуты два это убрали. И вот оно по умолчанию, какое есть ширина и высота. Мы можем использовать все, добавить к элементу стили, используя style атрибут. Вот, допустим, пишем style равняется. Ну, допустим, можем добавить границу. Border 2 пикселя solid red. Точку запятой также ставим. Видите, появилась граница. Мы можем сделать ширину. Вот, допустим, через точку запятой виз. Допустим, 400, 500 пикселей. А высоту давайте 200. Hatched. И проверим. Да, видите, пошла выше ширина и высота. Вот так вот. Ну, короче, любые стили вы добавляете к элементу через style. Просто прописываете style. Вот style используется для добавления стилей. Через точку с запятой тут целую кучу стилей можно прописать. Для A также, для форм также, ну, для любого элемента.